Омские депутаты едва не сорвали заседание горсовета, обсуждая новую схему выборов мэра города. Народные избранники недовольны тем, как будет проходить процедура назначения градоначальника. Напомню, теперь мэра будут выбирать не омичи, а специальная комиссия из 12 человек. 2 почетных жителя города, 4 депутатов горсовета по одному от каждой политической партии, еще 6 назначит губернатор. Комиссия определит 2 претендентов, и уже из них выберут мэра депутаты горсовета. Такая схема возмутила многих народных избранников. Половина комиссии – это представители губернатора. Естественно, они выберут 2 представителей губернатора. И городской совет будет из 2 зол выбирать. Данная система – это настоящий фарс. Вот, депутаты 3 фракций лишили права омичей выбирать главу муниципального образования прямыми выборами. То есть мэра конкретно в нашем случае. То есть прошу не поддерживать, прошу саботировать данное решение. Тем не менее, проект все-таки приняли. Членов комиссии, которая будет отбирать кандидатов на пост мэра, определят до 22 февраля. Нового мэра выберут до 11 мая, за 2 до того, как истекут полномочия Вячеслава Двораковского. Мэр должен выбираться большинством от установленной численности депутатов, а это 21 голос. И в том случае, если не будет найдено согласие, то могут выборы не состояться. Но мы надеемся, что кандидатуры будут достойны. В городе должен быть грамотный управленец, грамотный менеджер, грамотный хозяйственник. Все вместе. И самое главное, у него должна быть подобрана нормальная действующая команда.